Я снимаю после примерно 3 месяцев использования сушильной машинки West Frost. Значит, какой тонкий момент. Нужно обязательно проверять нижний радиатор на предмет вот таких вот отложений. Почему я сюда заглянул? У меня возникла проблема, связанная с запахом, который после каждой сушки начинает появляться по всей комнате, от белья тоже пахнет. Вот, запах такого немножко прогорклого, подветрившегося, отстоявшегося белья. При том, что сушка достаточно хорошо сушит. Ну вот в этом и проблема. Поэтому каждый раз, видите, да, даже в этом месте она мокнет, жижа эта вся пыльная. И, скорее всего, этот воздух, поскольку он циркулирует из камеры обратно сюда, вот он этот запах весь забирает. Этот запах весь забирает, и белье все начинает пахнуть. Обязательно очищайте этот радиатор вот таким вот образом. Потому что пылесосом его невозможно собирать. Он мокрый. Либо после того, как все подсохнет, каким-то образом отсюда все выковырять. Это вообще, честно говоря, я не рассчитывал, что все будет настолько критически, потому что сюда просто тяжело даже подлезть. Вот это все выковырять надо. Это все контактирует с воздухом. На циркуляцию, на рециркуляцию. Имейте в виду.